Вы будете обслуживать меня? Без маски мы не обслуживаем. Выдайте, согласно 417 постановлению правительства СИЗ. Вы обязаны. Вы не имеете права меня снимать. Я имею полное право. Вы в общественном месте находитесь, женщина. Да я у вас его не обязан спрашивать. Вы нарушаете в данный момент мои права. Я вам это разъясняю. Мне что, на вас по 140-й УК подать? Дальше слушаю вас. Женщина, в порядке очереди, обслуживайте. Мы не обслуживаем. Значит, закрывайте свою заправку. Закрывайтесь. У вас есть ЧС? Вы считаете, да? Закрывайте свою заправку. Закрывайте, женщина. Я вам нормальным русским языком объясняю. Вы сейчас нарушаете мои права гражданские. К сожалению, мы не обслуживаем без маски. Предоставляете, согласно 417 постановлению. У нас есть продажа, вы можете приобрести три маски. Вы знаете, что нельзя обусловливать приобретение маски другим чем-то? Вы это прекрасно знаете. Не нарушайте. Вы еще раз нарушили, еще в дополнение. Сколько вы нарушений хотите заработать, женщина? Я вам предложила, а не навязываю. Вы мне навязываете предложить продать мне маску. Вы предлагаете, да? Да. А я ее должен купить как? Без маску купить без маски? Вы сейчас что говорите? Вы документ предъявите, на основании чего вы что-то с меня требуете. Да и написано, на заборе тоже написано. Вы документ официальный. Официальный документ, на основании чего? С печатью. Извините, я не знакома. А, не знакома? Тогда выполняйте свои обязанности кассира. Я выполняю. 95-й бензин на 500 рублей. Будете выполнять? Сейчас мне нужно. Вы ограничиваете мои права. 4-я, 95-я на 500 рублей. Да, 4-я, 95-я. Дальше слушаю вас. Что дальше? Я не могу вас обслужить без маски. Обеспечьте. Согласно постановлению правительства. Либо закрывайте свою заправку. В постановлении сказано, что мы не обязаны предоставлять. В каком же месте? Там же есть пункт. Там есть пункт и другие организации. Я разъяснять вам ничего не должен. Я объясняю вам, женщина, все, что я зафиксировал, ваши все правонарушения, будут направлены в нужные органы. Бейджик ваш поближе. Кто вы? Так. Где ваша документация заправки? Так. Крепостная зона, выйдите, пожалуйста. Это уголок потребителя, да, это не кассовая зона. Я понимаю, женщина, я вам покажу. Не волнуйтесь, я вам сейчас все покажу. Вы мне информацию конкретно. Кто нарушает, зафиксировать? Послушайте. Я не шучу, я буду это обращаться как положено. Более того, у меня есть ответ.